Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Друзья, всем еще раз привет! Мы собрались, уезжаем с этого места, едем на запад Крыма, точка Оленевка, пляж Майами. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылочки в описании. На Настин подпишитесь, у нее там женский тревел-блог. Вот. И погнали с нами! Ну что, друзья, все, мы выехали. Начинается пригород Евпатории. Мы заехали еще в магазин и купили воду. Здесь в магазине Ампаказа 3 рубля литр стоит. Ехать нам до Оленевки 110 километров. Навигатор пишет час 53. Вот, смотрите, зафиксируем. Да, сейчас время 11:50. Долго, вроде 100 километров. Вот, посмотрите, сколько машин стоит вдоль побережья. Туда не заезжают, но мало кто заезжает. Здесь табличка висит, прибрежная зона, купание запрещено. Но вот этот пляж уже вот официальный. Видите, там висит желтый флаг, вышка спасателей. Есть бунгалы, есть кафешки. Это мы вот прямо сейчас заезжаем уже в Евпаторию. Очень плотное движение. Есть вот табличное жилье. Вот. По-крымски жильё, мой жильё. Вот, бунгало. Это вот мини-отельчики, вот тут прям с кондиционерами. А, да, это кемпинг, типа, да, какой-то. Сколько они стоят, как это называется? Вот, видите, вот жилье. Название «Глэмпинг Баня». Номер телефона, если хотите, обращайтесь. Вот так вот. И это видите, все. Да, все оборудовано зелёный кондиционерами. Мы вот только, как бы, получается, въехали в Евпаторию, и смотрите, здесь есть такое очень-очень классное атмосферное озеро с белыми лебедями. Кто такие черные, я не пойму пока. Здесь утки, так все это дело выглядит. Вот, смотрите, какая стая там. О, смотрите, какой кайф. Двигаемся мы сейчас по Евпатории, по центральной, так сказать, улице. Ну, видите, да, широкое, но дорожное покрытие просто ужасное, что приходится вилять, объезжать, люди, ямки. В общем, вот так вот здесь с дорогами. Ну что, друзья, мы выехали за Евпаторию, только что стояла табличка. Дальше нам нужно ехать по прямой где-то километров 30. Вот, и дальше уже будет у нас отворот на Оленевку. Мы сейчас, получается, свернули с моря, то есть море у нас сейчас будет оставаться все в стороне, сейчас как бы едем вглубь снова Крыма, ну а дальше уже прямиком к Оленевке. Как подъезжаете, так сказать, к завершению Евпатории, на обочинах сможете увидеть арбузы. Также здесь стоят тандыры в таких, знаете, как каблучок машины, только у них вместо кузова там внутри установлен тандыр. Вот они продают сам сок. В общем, кто здесь будет, увидите.
друзья, я хочу еще раз напомнить, что те, кто хочет за нами наблюдать в прямом, так сказать, эфире, подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы там снимаем сразу сторис, когда куда-то едем, куда-то посещаем, приезжаем, как раскладываемся. В общем, там сразу все онлайн происходит. Поэтому, кому интересно, заходите, а уже непосредственно в... На Ютубе это я делаю такие мини-наши фильмы, в первую очередь делаю так для своей памяти, но стараюсь заморачиваться, что это был не просто такой влог, а именно фильмовый, добавляю картинку под водой, добавляю картинку с воздуха, стараюсь рассказать о месте, то есть его изучить, потом рассказать, вот, поэтому там в этом плане, конечно, наверное, поинтереснее. А так, в принципе, всем, кто подписывается, спасибо огромное, это большая поддержка. И тем, кто делает репосты в свои социальные сети наших выпусков, тоже огромное спасибо. Мы вот, кстати, сейчас едем в Оленевку. Там отдыхают наши подписчики. Мы с ними познакомились вот в этом нашем путешествии. Они там уже все разведали, сказали, где какой автокемпинг, какие цены, как море, где палатка. В общем, они так все там уже прошарили и нам вот передавали. Он мне писал по WhatsApp. Вот, поэтому дружба – это очень круто, а еще когда объединяет путешествие, это тоже классно. Я хочу, ребята, показать вам наш путь. Смотрите, вот так вот мы едем сейчас. Если ехать по низу, то подольше, поедем как вот побыстрее через Черноморское. Мы в том году были в Черноморском, там нормальная дорога, поэтому поедем именно вот так вот. Видите, вот прямиком в Оленевку, на самую западную точку Крыма. Здесь его вот так уменьшить, вот это самая крайняя точка. Там самое чистое море, это называется Крымские Мальдивы. В общем, кайфанете, как говорится, вместе с нами. Красная Поляна, ребята, мы заехали в Красную Поляну, представляете? Но это не сочинская Красная Поляна, здесь просто такой поселок или какой-то городской округ, как Красная Поляна есть, да. Мы в том году тоже офигели. С Красной Поляны на Красную Поляну. Точнее, не так, с горной Красной Поляны на степную Красную Поляну. А впереди, ребята, у нас открывается, посмотрите, какой потрясающий вид. Вид на море. Вот это город Черноморское, несколько ветровых мельниц. Мы заехали вот в Черноморское. Ты хотел сам сказать, а я не увидела табличку. Ребята, вот в этих поселках гораздо грандбюджетнее можно снимать жилье и меньше народа уже. Ну, по крайней мере, как люди пишут, это вот Штормовое, Веселое написали, Веселовская бухта, вот Межводная, как там, что-то такое. То есть вот во всех этих поселочках, до Поповки, вот бывшего Казантипа, можно сюда снять жилье возле моря, и здесь не так людно, как через 6 как на южном побережье Крыма. Ялта, Феодосия, сюда давно. В общем, мы заехали в Черноморское. Мы как бы объедем сейчас этот городок по окраине. Вот я вам так покажу. На Круговом сейчас уедем налево. И дальше едем прямо так вот до Оленевки. Указателю Оленевка, Куневка. Уезжаем налево. Ну и там, походу, все уже по прямой. Верните налево. До самого красивого морюшка.
общем, ребята, мы повернули и развернулись, потому что я там видел строительный рынок, а мы решили, что нужно все-таки купить сетку строительную, чтобы нам организовать какой-то тенек, потому что здесь вообще нет деревьев, здесь тупо степи будут, и без тенька, поверьте, очень-очень сложно. Нами пройдены и сейчас, и когда мы были в Анапе, это сложно. Поэтому давайте вместе с вами, как говорится, за сеткой. Вот. Ну что, друзья, на выезде из Черноморского есть отличный строительный рынок, где есть абсолютно все. Я купил вот эту сетку с максимальной затемняемостью. Купил, значит, уголь, рожек, купил гвозди, купил резинку. Вот, поэтому сегодня у нас будет интересный разбит лагерь. Соответственно, в одном из выпусков вы полностью увидите обзор нашего лагеря, как мы его обустраиваем, где греем игду. Ну, в общем, все более подробно будет там. Вот, ребята, вот этот рыночек, вот так он выглядит. В принципе, если у кого-то что-то не хватает, рекомендую. Есть вообще все. Вот мы поворачиваем направо. Там есть еще дельфинарий. Кстати, по указателю. Шикс, видите? Степи, 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 степи. И нам остается совсем чуток. Мы будем на месте. Вот у нас открывается замечательный вид на море. Это и есть впереди Оленевка. Мы почти доехали, друзья. Хотите увидеть своими глазами крымские Мальдивы? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как там, нажмите на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите новые выпуски, которые сейчас у нас будут выходить очень часто, и все в натуральном времени, так скажем, в происходящем времени. То есть это не прошлый год, не будущее, не прошлое, а именно сейчас. Вот так вот в Крыму спокойно заканчивается дорога. И начинается Оленевка. Итак, друзья, мы сейчас держим путь на пляж Майами. Майами Бич. Попробуем сначала, вот он где-то здесь находится, на нем остановиться, посмотреть. Либо чуть позже мы уже переместимся вот на саму Оленевку, вот сюда. Но это будет видно позже. И самого приятного, это то, что мы сейчас едем, у нас МТС, и он здесь работает. В принципе, показан интернет, что вроде тоже нормально. Пока да. Вот. Но в том году, когда мы сюда приехали, ничего не работало. И мы поэтому, по этой причине, здесь даже не задержались ни на один день. Потому что без связи мы не можем. Ну что, друзья, мы добрались до крымских Мальдив. Крымских дорог по-настоящему. Вот почему-то в том году здесь было так же. Ничего не улучшилось, ничего не проложили.
что, друзья, мы добрались до самой западной точки Крыма, Оленевка, где потрясающий, можно, потрясающий беленький песочек. Интереснейший цвет моря, супер прозрачное. Поэтому, кто досмотрел этот выпуск до конца, спасибо огромное. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, ну и, конечно же, лайк. Напишите комментарий, это наша большая поддержка от вас. Вот оно море, мы идем на пляж. Это пляж Майами. В следующем выпуске увидите наше место, где мы остановились. Пока!